Привет, с вами Старпер, давно не слышались, но это поправимо, ведь рак на горе наконец-то свистнул, и 35-е обновление Dead Cells, оно же последнее из крупных, то есть содержащих новый контент, наконец-то вышло в релиз на ПК в Стиме. Что там происходит на консолях, я сам не в курсе, так что вся надежда на ребят в комментах, ну а мобильных игроков мне порадовать нечем вообще. Крепитесь и ждите новостей. Что касается обновы, то... Короче, с тех пор, как несколько недель назад стала известна дата выхода обновления, меня не покидал вопрос, насколько сильно охренели разработчики, совсем в край или все же не совсем. Проще говоря, мне было любопытно, осознавая свой косяк перед игровым сообществом Dead Cells, добавят ли они в релиз 35-го обновления новый контент сверх того, что почти год болтался в тестовых альфа и бета-бранчах Стима, и с чем все заинтересованные уже успели наиграться до тошноты. И правильный ответ? Нет, никакого нового контента разработчики не добавили. Все те же три пушки, все те же три мутации, 4 десятка скинов на головы и все. О новом эквипе, его эффективности и способе получения я очень-очень подробно уже рассказывал в соответствующем видосе. С тех пор ничего не изменилось, повторяться не буду. Ссылка на него в правом верхнем углу и описании, переходите, смотрите, кому интересно. Помимо эквипа, из бета перекочевали все минорные балансные правки и новые возможности для построения маршрутов. Были добавлены новые выходы и входы там, где их не было, так что теперь вы можете более свободно перемещаться по забегу, включая в свой роут локации из разных DLC одновременно. Даже появилась возможность посетить обоих боссов Castlevania за один забег, чего не было ранее по какой-то мне неведомой, но без сомнения очень тупой причине. А еще... Я уже разбомбился по этому поводу у себя в телеге, но не вижу причин не повторить. Прикиньте, разработчики не пофиксили ничего из того, что неправильно или плохо работало в альфа и бета-версиях обновления. Они настолько халтурно отнеслись к своей работе, что даже перетащили неправильное описание Мизерикордии, которое теперь называется «Кинжал Милосердия». Суть в чем? В альфе Мизерикордия накладывала на игрока проклятие в том случае, если удар не убивал врага. Максимально хреновое решение, потому что на боссах можно было настакать 150 проклятий за пару минут, а какой-то сверхэффективности в качестве компенсации пушка не показывала. В бете 35.7 Мизерикордию ожидаемо переделали. Обычные удары накладывают проклятие, критические не накладывают. То есть, когда босс теряет половину здоровья, все удары по нему становятся критами, а количество проклятий перестает расти. Не лучший вариант, но точно лучше того, что было в альфе. При этом описание оружия в бете осталось таким же, как в альфе. Разрабы просто забыли переписать текст, и это не страшно, потому что, ну, тестовые бранчи, все поправят к релизу и все такое. И что вы думаете? Поправили? В релизе, который мы ждали почти год, описание пушки по-прежнему неправильное. Более того, в официальном комьюнити-релизе обновления разработчики описали механику Мизерикордии тоже неправильно, то есть так, как указано в неправильном описании пушки. Это какой-то сюр. Evil Empire, такие, нашедшие кнопку переноса контента из бета-бранча в релизный, не забыли поменять свой старый сплэш на новый, под Ubisoft-ный, но забыли поправить косяки. Новую иконку для панели задач они нарисовать не забыли, но забыли изменить описание оружия. Почему, кстати, Evil Empire, а не Motion Twin? Да потому что, несмотря на громкий февральский разрыв, ребята из ЕЕ так и прибежали в трейлер и комьюнити-релиз 35-й обновы, чтобы собрать лайки от копиумных говноедов и сообщества клеток и пропиарить своего провального принца Персии. Так что я уверен, что и обнову так и пропушили они, пока Motion Twin готовят новую игру к раннему доступу. То есть, хоть как-то все-таки, но сделали свою работу. В общем, я в полном ахере от величины болта, забитого на финальное обновление великой игры, но есть и приятные моменты. Во-первых, разработчики продолжат править баги и недоработки в мелких апдейтах, так что рано или поздно все косяки будут убраны. По крайней мере, они обещают это делать. Во-вторых, игра живет до тех пор, пока в нее играют. Звучит как-то слишком очевидно, но судя по количеству криков Dead Cells умер, очевидно не всем.
А судя по среднему онлайну в Стиме, у клеток пока что все хорошо, интерес у сообщества не пропал, да и новые игроки продолжают вливаться. Так что пока что ничего не умерло, и не факт, что умрет, если мои догадки насчет планов разработчиков окажутся верны. Ну и в-третьих, и это уже приятный момент лично для меня, так как клетки, по крайней мере, на какое-то время стабилизировались в своем балансе, я наконец-то могу вернуться к работе над новым контентом по ним. Чем я и займусь. А вам желаю удачи на просторах 35-го обновления, если вдруг вы не наигрались в него за прошедший год. Спасибо, что досмотрели до конца, и огромнейшее спасибище моим спонсорам на Boosty, продолжающим поддерживать меня и мой контент, несмотря ни на что. В особенности Аксолотлю, Джонни, Риалспиру, Цинику, Ване Балдуру, Вальдемару, Енотику и Алсету. Подписывайтесь на мои каналы, залетайте в соцсети, и если вам нравится, что я делаю и хочется меня поддерживать, становитесь спонсорами тоже. Все ссылки в закрепе, с вами был Старпер, всем счастливо!